Дай. Держи крепче. Взяли. Осечка, блин. Ну что ты? Коля, мы договаривались. В следующий раз последний. Значит, все? Все. Коль, только без обид, да? Ты знаешь, я тебе друг. Уважаю твои заслуги и все такое, но ты меня тоже пойми, я ведь столько терпел, да? Боролся за тебя, слово давал везде. Пока там сидели свои люди, которые помнили, кто ты есть, что ты сделал для Федерации. Они на все закрывали глаза. А теперь все изменилось. Так что, как договорились, пиши по-собственному. И без обид, да? Сегодня по телевизору. Отвечает. Это самое, соедините еще. Коля. Ой, Коленька, это Люба тебе звонит из Андреевки, твоего брата Юры жена. Слышишь, Коля? А, слушаю. Ой, Коленька,
Юра умер. Умер. Послезавтра похороны, Коля. Брату. Дай сюда, не разъединяйте. Это Константин Григорьевич говорит. Алло. Алло. Отец Любы. Тише. Говорить не может. Это, слушай, мы тебе телеграмму отстукали, если что, с билетом. Так, мы из Астрахани звоним. Приехали тут прикупить кое-чего на похороны, на поминки. Да? Вот такие дела. Тише, ну не реви ты, тише. Вот. Да не реви ты, вытрешь. Это я не тебе. Так ты приедешь или как? Тут Люба еще хочет. Заканчивайте разговор. Люба! Люба! Коля, тут самолетом лети, а то не успеешь. Что там есть? Читал я. Телеграмму принес? Пошли. Ну куда без очереди лезешь? Мафия. У него брат умер. Сочувствую. До свидания. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Заждались от тебя. Здесь крюк был. Иди, иди, иди. Коля, ты уж прости, Люба, что не дождались тебя. Ой, Коля! Люба! Всем плохо было, жара, видишь, какая. Испортился так, что ей гроб не открывали. Ну, помянем еще раз. Царство ему небесное. Закусывай. Победу разбери. Вилка клади. Жаль его. Пей меньше. Молодой. Да, так вот, прибегает ко мне Любка. Вася говорит, Юрка вторые сутки дома не ночевал. Я думал, он на кордоне, а мужики с кордона пришли, его нет. Пошли мы к Портагенос. Толику Самохвалову. Вон он. Я Воль? Балбес в мундире сидит. Так он с утра пьяный. Он говорит, мы с Пупком с кордона ушли,
А Юрка там с ночевкой остался. Ну, мы с Любкой туда-сюда. Ну, что делать? Ну, нет мужика. И никто ничего не знает, никто ничего не видел с тех пор. Гиббензи мне помидорку. Молодой мужик был, хороший брат твой. Только зря. Только зря он... Место Алексея Ивановича освободили бы. Ничего не надо, ничего. Рюмочку. Ну, земля ему пухом. А закусить? Остались бы. Ну, так, короче, вызвали в Куровский вертолет, с воздуха стали искать. Нашли Юркин крымач, лодку, а затем его самого. Это уже на 10-е сутки, по-моему, было. Сказал он, видать, за камыши заехать захотел, а мотор не выключил, понимаешь? И вот веревку на винт намотала, а Юрку вот так за шею захлестнула и... Старые помянет. Зря Юрка молодых колчаков посадил. Он их на нары, а они его на небеса. Слышь, Дадон, ты что, выпил? Выпил, сиди, отдыхай, несет тут разные мутни. Болтай, ребята, болтай, Григорьевич, пей за сиська. Сиди. Батюшку к столу пригласите. Батюшка, сюда, пожалуйста. Сиди. Юрку удавили. Давайте выпьем. А я сиди. Ну, сижу. Сижу. Сиди. Слышь, Дадон, или ты себя веди как человек, а, или... Чикмаря боишься. Чикмарь прикажет, колчак тебя на вид намотает, Григорич. Или нас Насть посадит. На, съешь помидор. Я тебя выведу. Не грозись, Григорич, не в милиции. Раз обижаешь, эй, сам уйти могу. Веня, уведи его. Мне на харе, на ваши. Григорич, мелко ты плаваешь, Григорич. Жопу у тебя видна. А вы пьете, пейте. Да ну-ка, пейте, суки. Юрка вам на том свете за всех за вас благодарный. Ах, Юрка, Юрка, зачем ты против чикмаря-то попер, дурачок? Испугался. Садись. Колчак, это кто? Соседи Нью-Йоркины. Старший через дом живет. Где техник? Колчаку. В плен попал. Так с той поры не все колчаки. А так Жигинова фамилия. Давай выпьем. А Юрка-то при чем? Да ни при чем, господи, при чем. С Астраханским БХСС на сдаче икры взял. Ну так что? А может, Юрка не сам утонул, а? Да не. Ты слушай этого Дадона, он тебе нададонит. Экспертиза была, это серьезно. Давай пей. А Чикмарь кто? Сейчас расскажу. Это знаешь, когда мужики берут аханистого сазана или судочка такого же, так они его, чтобы он не рыпался, здоровенной палкой по башке. Хресь! Вот эта палка чикмарем и называется. Я ж про человека спрашиваю. Такого не встречал. Ты зачем про чикмаря говорил, а? Тебе кто велел? Слушай, ты чё? Ты слушай эту, он тебе нададонит. Ты что?
Послушай, я говорю, я... Ты куда? Что с тобой, Коля? Нехорошо, да? Нет. Видишь кровь? Господи, где ж ты так расцарапался? Пойдем. Пойдем, Коля, я тебе постель приготовила. Тебя проводить? Нет. Я в порядке. Дядя Коль! Дядя Коль, пойдем в дом. Старикан такой был, Дадон, как его? Завтра, Коля, завтра. Да трезвый я. Пойдем. Мне бы, где он живет, а? Ну, дядя Коль, ну пойдем. Ну, ладно. Пойдем, Коля. Хозяин дома? Лежит, захворал. Александр Филиппович. Александр Филиппович. А? Вставай, Александр Филиппович. Будем поправляться. Ты кто? Доктор Айболит. Не пойму я, кто это? Да Коля я. Юрки Гришаева брат. Вчера, помнишь? А чё надо-то? Чё пришел? Полечимся сначала. Не хочу. Слышь, дед, ты вчера про Юрку говорил, вроде его топить могли. Чё ты так считаешь? Пьяный был вчера. Вот и считаю. И все? А что еще? Ты еще вчера про мужика какого-то говорил. Мало ли я что вчера говорил. Сказано, перепил я. А, ну давай. Давай похмелимся. Голова, небось, болит? Не болит у меня ничего. Ну, ты врешь, Александр Филиппович. Да, духотища у тебя. Ну-ка, давай, давай. Оставь ты меня ради Христа. Ты понимаешь, дед? Такое дело, тут я от Юрки с месяц назад письмо получил. Странное такое. Ну, думаю, мало ли, захандрил мужик. А тут этот, как ты говоришь, чекмарь, да? Не знаю я никого. Ты что, глухой? Нет? Не знаю. А чего ты уставился-то? Шел домой, упал. Ну,
ко мне пришел. Раз такой смелый, в рыбоохрану ступай. Здорово, Пупок! Начальства здесь нет? Здесь, здесь. Нормалек. Вылазь! С тебя рук 20 за провоз! Пупок! Алексей Иванович, физкульт, привет! Чего орешь ты, придурок? Бойца веду! Рвется в бой, мать его, с обе ноги. А что ты можешь, Илья Муромец? А? На моторе по реке ходил, нет? С Юркой на реке росли. А что это за пушка-то у тебя? А это? Для ключей. А вот с такой системой знаком, нет? А вторую руку протяни. У меня есть своих алкоголиков. Во! А, так я завязал. Не поздновато? Не будет разговору. Откуда вы такой крокодил? Да конфисканули тут одного. Возьми, а? Пожалуйста. Ну, понимаешь, Юрк тут работал, ну и я тоже. Возьми, не пожалеешь. Я в воде сколько хочешь могу сидеть. Ты что там, не наигрался еще? Пойдем во двор. Вот с пяти раз один попадешь, будет разговор, а нет, обижайся на себя. Раз. Два. Поздно, Клава, пить боржом. Печень отскочила. Давай. Подбрось ее. Чего? Банку подбрось. На кой? Ну, подбрось надо. Ванька, ну кинь ему. Да он здесь застрелит меня, к свиням собачьим. А ты хочешь, чтобы меня застрелил? Ну-ка, давай, давай. Пупок, сходи, подкинь ему баночку, а? Моя не может. Пупка вся хитрая, вон. Давай, не боись, со мной не пропадет. Кидай повыше да подальше. Я тебе крикну, дай. Ну, считайте меня коммунистом, мать его. Дай! Николай Гришаев, Российская Федерация. Зайди, поговорим. Вот это аншлаг!
Посол, нас участок! Это верхний участок, уже наш, понял? Вот, от верхнего тухлого ерика и до низкого тухлого ерика через Миткин ерик. А дальше собачий ерик. Понял? Запоминай. Дальше раскаты. А там еще километров 30 и море. Понял? Эх, кто сказал, что Волга впадает в Каспийское море? Волга впадает в сердце море. Твою мать, дерзись! Немец на куня приехал. Юда! Эй, чукчи! Это из Франции. По лицензии ловят, мать их. Ди, а куда бы идти плюс лоин, если есть поисон здесь? Бом, а лор он сарет ла. Видал? Бакланы, мать их. Самая вредная птица. За день зрет рыбу, сколько сама весит. В общем, сколько зрет, столько заразы и... А это кто? Где? Вот. Погоди-ка. Подтяни-ка. Здорово, музыки! А ну не балуй, спана безусая! Убери ружья. Все, сидись. Поехали. А это кто? Музыки наши. С Андреевки. Иди на корму. Вот тот здоровый, Толик Портайгеносы. Другой, Леска Беляк. А этот, пацан егоний, Паска. А вот тот Фураски, Санька Колтяк. Слыхал, небось? Толкай. Браконьеры? Ага, браконьеры. Ты чё? Погоди, чё ж ты их отпускаешь-то? Давай повяжем. Как это? Ты 100, Муромец. Это за свои. Тебе 100. Зыть надоело? Да ёс, музык. Запомни, Муромец, государство тебе специально мало платит, чтобы ты свое на рыбе добирал. Думаешь, мы просто так сюда заехали? Считай, что ты сейчас премию к своей зарплате заработал. Кто сказал, что Волга впадает в Каспийское море? Волга впадает в сердце мое. Волга впадает в сердце мое. Ты плавать умеешь, Вань? Да? Плавать, говорю, умеешь? Умею, отец. Горим! Да ты чё сидишь-то? Туси его, мать твою! Ах ты! Туси его, мать твою, за обе ноги! Охренел, чё? Послан! Ты Колчак! Для них, может, и Колчак, а для тебя говно. Я пока что Александр Егорыч Жигин. А Чекмаря знаешь? А тебе чего? Ну-ка, расскажи, Чекмарь, кто? Конь в пальто. Ты на маму свою нукай. Ну, давай. Проедемся до милиции. Ты чё, Коля? На солнышке перегрелся? Стой, где стоишь. Манатки в лодку и поехали. Считаю до трех.
Раз, два, три! Еще кто дернется, мозги вышибу. Вот так уж живого человека каждый будет стрелять, а кто не знает, это заплатит. Ладно, разберемся. Все свободны. Auf Wiedersehen. Из-за таких вот раздолбаев извиняюсь теперь перед всяким жлобьем. Отпустили. А куда же, к столице, что ли? А ты, Илья Муромец, еще одна такая хохма под суд пойдешь за превышение власти. Это не мое. Это я у них отобрал. А они говорят, твое? Кому верить? Лодки-то у них пустые. За что ты их задержал? А Колчак еще разорялся. Он, мол, мне грозил. Юрка твоих братьев посажал, а я тебя упеку. Этого я не говорил. Ну, я тебе поверю. А кому ты еще докажешь? Этот лицо заинтересованное. А где у тебя еще свидетели? Все сиденье мне в кремоте прозор. А с тобой разговор особый. А тё? Тё. Тебе что было велено? Место ему показать и все. Жадность фрая разгубила. А я знал, что он такой прибабахнутый. Выходит, ваша контора здесь так, для украшения местности? Ты вот что. Как бичей с уликой брать, это не твоя забота. Ты пока что в этом деле понимаешь не больше, чем я в балете. Поэтому либо будешь делать, что я тебе скажу, либо вылетишь отсюда быстрее, чем влетел. Едем, Кадыр, едем. И еще запомни. Два раза одно и то же я не повторяю. Ты что здесь делаешь, а? Я шайтан искал. Коля, ты что? Что? У меня собака пропала. Коля. Мама! А вы что здесь? Ну-ка быстро домой. Закройте спать. Двери и ложитесь. Погоди, Коля. Коля, я так не могу. Ты не обижайся, пожалуйста. Ты когда жить просился, я поначалу даже обрадовалась, потому что думала, помощь будет в доме. А теперь не могу. Ты человек городской, ты не знаешь наших порядков тут. Мужики у нас серьезные, почти все с реки кормятся. А кто им мешает? Юрку вон сколько раз предупреждали. А последний раз крюк от снасти подложили. Он все грозился кому-то, а потом, видишь, утонул. Сам? Да кто ж тут разберет, Коля? Кто ж тут знает? Тут же, тут как тайга, Коля. Тут вот Юрку, когда искали с вертолета, так поначалу 5 мертвяков нашли, утопленников. Тоже, может, сами утонули, а может и нет.
Тут знаешь, как бывает, пропал человек и нету. Не найти. Просто не найти. А еще бывает, нас снасть посадят. Как это на снасть? Снасть такая. Крюки здоровенные. И веревки на осетра. А бывает, человека на крюк посадят. Бросят в воду. Он там и гниет. Юра. Юрочка. Мама. Юрочка. Бедненький мой. Мама. Хороший мой. Мама. Юра. Мам, ну пойдем спать. Иди. Я мам, ну пойдем. Я сказала, мам. Иди поговори здесь, Коля, приду. Хватит с нас, Коля. Слышишь, хватит. Ты из-за меня не беспокойся. Да что ты? Дети у меня, Коля. Сегодня тебя попугали только, предупреждение сделали. А хотели бы убить, убили бы. Ты не обижайся, Коля, но лучше бы тебе уехать. Не обижайся. Ладно. У тебя сегодня руки, что ли, из задницы повырастали? Сеть и рыбу в лодку. Если кто-нибудь выбросит хоть одну рыбешку, убью. Ну? Кто это? Брат Гришаева. Сеть в лодку. Я последний раз говорю. Сейчас. Заводись, Толик. Не будет он стрелять. Права не имеет. Режь. Режь сеть. Сказал!
давай, заводись. Эй, ты где? Кончай, ты чего дурака валяешь? А? Передай своим, я до всех доберусь. Плевал я на ваши предупреждения. Пока не найду чекмаря, я вас как клопок давить буду. Ознакомился? Я бы очень хотел, чтобы в протоколе было отмечено, что все его геройские фортеля были вызваны исключительно его личной инициативой. Рыбоохрана к этому не имеет никакого отношения. Ну, подпишись, и все правильно. Это самый Николай, если сможешь с мужиками договориться, они заявление заберут, значит, все ладно. А если нет, передаю бумаги в район, а там суд решит. Могут оштрафовать, а могут срок катить. Все понятно. Ладно, иди. Стой, забыл. Я хочу тебе тут документик один показать. Вот смотри. Читай отсюда. Следствие по данному уголовному делу. Да нет. Смерть товарища Гришаева ЮА явилась результатом его собственных неосторожных действий, лишивших его жизни. И чьей-либо вины при этом не установлено. Это выписка из Юркиного дела. Ясно теперь? Может, ты и есть чекмарь?
Плачь, вот возьми. Любка велела передать. Дождь собирается. Все, допрыгались. Ну, дай закурить. Не курю. Музыки! Ладно, вали домой. Долго вы будете возиться? Сейчас я этим тебя за штаны цапану и кину в речку. Ну что, нашел, Чикмаря? Здравствуйте. Я следователь районной прокуратуры. Моя фамилия Курков. Вы знаете, зачем вас сюда пригласили? Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Я понимаю, тело сильно пострадало в воде, да и времени прошло достаточно. Недели три, как пропал ваш родственник? Через 4 дня месяц будет. Я боюсь. Я понимаю, но это необходимо. Посмотрите. Понятые? Поглядите. Ну? Одежда Колина. Точно. Прошлый раз вы его тоже по одежде опознали. Ну, а лицо? Хотя бы в общих чертах. Не знаю. Похоже немного. Волосы похожи. Вот еще у него в кармане нашли.
на что, на пасашок? Откадную. Один момент. Давай. Пока, будь. Ну, а что-нибудь пропало? Сначала свет пропал. А что еще? Лодка моя пропала. Ключи от лодки пропал. Рыба охрана пропал. В лодке весла был. Я шесть сломал, весла брал. Вы еще здесь? Здесь. Ну, это я уже слышал. Но из самой-то рыба охраны что, пропало? Может, оружие или еще что? Оружие. Ядрен, матрен. Порезали. Поймаю, ноги выдерну. Какая же это сволочь сделала. Ядрен, матрен. Сейчас сколько Гришая видел. На-ка. Убили! Убили, матушки мои! Убили, убили, матушки мои, убили! Убили, только не до смерти. Сейчас пленка тебе Наталья плизму-то вставит, сразу полегчает. Чё ржёте-то? Он вчера с Гришаевым покойником свиделся. Ну чё? Да ничего. Ну, поговорили и разошлись в разные стороны, без закуски. Наталья, жена моя, возьми меня домой.
Ах ты, рожа! Допился, шкворень. До белых карлов, да? Держи. Эх, Наталья, тебе б такое увидеть. Да, перед людьми это не стыдно. А, как красиво. О, хорошо, да, Санька? Ну, помоги. Санька, слышь, Санька, ты до тещи Дукочку сходи, раз веселый такой. Стакан нальешь? Схожу. Сходи, два налью. Ленька, ты штаны не потеряй. Ты зачем это прицепил? Гляди, все штаны взорвал враг. Никак жара будет. Дура, Гришаева с того света вернули. Горохова бабка сама видела, как по небу с кладбища летел. Летит и матерится на весь свет. Гороховская бабка из брюха выгонит. Пусть это учухож покажется. Это я! Твоя лодка горит.
Ты чекмарь. Курков слушает. Я тебя все утро ищу. Да, это я. Поздравляю, обширный инфаркт. Так. А от других каких-нибудь следов? Спасибо, пока. Ну что вы стоите, идите. Звонили из больницы, из морилки. В общем, вскрытие показало, что Жигин скончался от обширного инфаркта. Ну, проще говоря, от разрыва сердца. Значит, не убийство? Во всяком случае, неумышленное. До свидания, до свидания. Вы свободны. Вот хозяин сгоревшей лодки. Старший следователь районной прокуратуры Курков. Веня. Скажите, Веня, а почему лодки подожгли только у трех человек? У Жигина, у Беляка и у этого, как его... У Протогеноса? У кого, у кого? Да Самохвалов он это самое, Самохвалов. Кличка у него такая. Он, когда в партию вступал, по телевизору 17 мгновений весны показывали. Вот мужики его окрестили. Толик Портогеноса. Угу. А так он Самохвалов. Как-то очень избирательно, не кажется? Ведь рядом были другие лодки. Почему подожгли именно у них? Почему, не знаете? А черт его знает. Ну, ладно. Чего? Спасибо. Присядьте. Там вас плюнька дожидается. Копытов. Товарищ Копытов, тут у нас появились сведения, будто вы не все рассказали нам, а? А что не все? Все-все сказал. Да? Ну, тогда перечислите еще раз, что у вас пропало из лодки, когда вы встретились с этим утопленником? А так, ерунда, гражданин начальник. Ага. Плащитка старенький, кепочка, сапоги. А может, я их сам потерял? А ружьишко? Незарегистрированное? Ну, Копытов. Это самое, не финти, плюня. Так разве это ядрен, матрен? А вот это... Ладно, к этому мы еще вернемся. Покажите-ка на карте, где вы этого мертвеца видели. Тут-то, на тещиной кочке. Все сходится. Дмитрий Иванович, будем вызывать оперативников. Что это? А, вон она, тесина Коська. Вот сюда в бок он ушел, говорят. И как сквозь землю, мать его, за обе ноги. Давай к берегу. Давай к берегу! И стоп, машина! Пошли!
огонь! Прекратить огонь, мать вашу! Внимание! Остров окружен! Предлагаю прекратить сопротивление и сдаться! На размышление даю минуту! Время пошло! Это же мужики наши, Андреевские. Вы понимаете, что вы нам все испортили? Это что ж получается? Он нам лодки пожег, Сеньку Колчака убил, а мы сиди себе. А вам что, неизвестно, что по этим фактам уже возбуждено уголовное дело? Уже проводятся оперативно-следственные мероприятия. Так мы помочь хотели. Спасибо. А если бы сейчас тут друг друга перестреляли. Туман, сразу не разобрались. Вот привлеку вас всех. Короче так, по лодкам и марш отсюда. Ты в разведку ходил? А он ходил. Помощнички, чтоб вас. Доглядели мы там везде, нет никого. Да, нет никого. А кто это снасть под Ивой поставил? А что, всем можно, а мне нельзя? Тебе сколько раз говорили, не зарывайся. Из прокуратуры приехали. Убери. Музыки, а помощник что, а? Леса, ты? Во, это дело. Мы ее убирать не будем, а только притопим. Балберки поснимаем, а когда эти свадаются, мы... Да ты что? Охренел, что? Я ори, утоплю. Я у милиции преисполнения, я у милиции проводником. Пошли они с острова, Ваня. Ладно, вернуться. Когда еще вспомню? Ты что задумал-то, слышь, покойника? Заткнись и отвечай на мои вопросы. Кто меня велел утопить, ну? Не знаю, коли цесно, ничего не знаю. Я правда не знаю, гадом буду. Да будешь, будешь ты гадом. Забыл, как вы меня топили? Убьешь меня при исполнении, тебя расстреляют! А меня нету, Ваня. Убили уже. Каждый день, пока жив был, убивали. И убили. У меня и могила есть на кладбище, понимаешь? С фотографией. Призрак я, Ваня, нет у меня. Так что мне на вас, на всех. На власть вашу, на законы ваши долбанные плевать. Кончай, Коля! Коля, кончай! А ты как я, Ваня. Замри на дно. А там из одежды выскакивай и всплывай, если воздуха хватит. Но не хватит. Кто меня утопить велел, чекмарь? Чекмарь! Если он узнает, что я тебе сказал, он потом меня... Говори, Ваня, если начал. Это твой последний шанс. Ну, кто такой чекмарь? Не Робинзон. Вернется. Хочешь? Ну-ка. На. У меня сырую рыбу даже собака не зрет. А я привык. Сейчас стемнеет, и поедем в гости к чекмарю. Отпустил бы ты меня. Узнает чекмарь, что я его залазил, убьет меня. Отвези руку, а? Комар зазрал совсем. А я привык. Слышь, сейчас схожу за лодкой.
и поедем. Хорошо стреляешь. Молодец. Всего два раза промазал. Да не щелкай зря, Вань, не щелкай. Патроны-то кончились, я считал. Здорово, Чекмарь. Ты, Илья Муромец, воскрес никак? Воскрес. Кого ж вместо тебя отзарыли? Не знаю. Утопленники народ молчаливый. Да знаю, ты мужик боевой. Ну и что ты хочешь, боевой мужик, а? Убивать меня собрался? А не боишься, что народ-то обидится за меня? Одевайся. Выпить хочешь, а? А, ты ведь это... А может, потолкуем сперва? Вроде бы есть о чем. Ладно, хватит. Пошли. А че комедию-то ломать? Одеваться куда-то? Ну, на, на, стреляй! Теперь потолкуем, а то чуть не напугал ты меня.
Ты, Коля, попытайся понять. Ну, с Юркой, конечно, нехорошо получилось. Но убивать его никто не хотел. Ну, вышло так. Ведь тут как все было? Ну, до меня-то. А хреново все, Коля, было. Инспектора ловили мужиков, мужики стреляли инспекторов. Мужиков ловили, сажали, они выходили, опять стреляли. Ну, чего хорошего-то? А я пришел и сказал. Я говорю, мужики, кто хозяин на реке? Да нет, не я. Я власть. А хозяин на реке рыбак. И у рыбака рыба должна быть. Настоящая, а не эта вон в томате. Я вас буду прикрывать от разных БХСС, платить там кому надо. А вам разрешу ловить. Ну, я с этого дела свою долю хочу иметь. А как же? И все прекрасно было, Коля. Все на места свои встало. Все. Пока он... Юрка, царство ему небесное. Ну и на нару за него тоже никому не хотелось. Тем более он сам виноват был. Ну и пришлось так сделать, что вроде как утонул. Курить будешь, нет? Отец Юрки, он все знал? Чего? Ну, про тебя, про Юрку. Про меня-то, конечно, знал. Про Юрку, может, нет. Догадывался. В общем, так, Илья Муромец. Либо мы сейчас идем в правление, я тебя сдаю органам, и после минимальной, гарантирую, минимальной отсидки устраиваю тебе жизнь нормальную. Либо... Опять зря подвиг совершаешь. Прокуратуру тебя везу устраивает? А чё ж не в правлении? Вон их там, целая банда с прокуратуры-то. Я тебя в область везу. Куда? А то ваши в правлении какие-то добрые. А грыжа не вылезет до области-то. Ой. Ну, что ты там мудришь? Горючка кончилась. Ой. Ой. Лучше бы ты пил, как раньше. Толку никакого, да хоть вреда не было. Ой, дурак, Коля. Ой, дубина. Не понял, почему? Ой. Что смотришь-то, дурак? Химия одна кругом. Виноватых будешь искать? Или дальше поедем? Арестовал он меня. Мафиозу нашел.